Так. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. И особенно если, может быть, у вас есть какие-то внутренние противоречия, проблемы, потому что, может быть, мы вместе общими усилиями сможем что-то прояснить. Ну, такой вопрос. Да, есть понимание, есть понимание вот этого. А есть некая активность, вот да, вот то, о чем мы сейчас вот только говорили, то есть такое, да, ну там воспоминание поиска воплощения этого, например, доступно у нас связано, что ну, что-то есть. Что-то есть такое, то, что тревожит, да, и вызывает активную жизнь. Или, например, даже такое, мы здесь сидим, где-то идет война. И начинаешь осознавать глубоко, если честно абсолютно себе, ты понимаешь, что ты к этому отношения не имеешь. Но каким-то образом какая-то сила тебя увлекает, там письмо, там сообщение, все. И тебе даже, ты не понимаешь, что происходит. Что значит увлекаться или не увлекаться? То есть от души есть, ну, нет самого. Ну что на самом деле ничего нет. И вот это такое противоречие начинает развиваться. Ну, вот, примерно вот такое. Но, что с этим делать? Угу. Ну, это временами. Да, каков бы вот этот вот мир очень часто в душе возникает, но он потом куда-то исчезает. И он исчезает именно в тот момент, когда вы во что-то вовлекаетесь. Процесс вовлечения, он неминуем. То есть до просветления вы и будете вовлекаться. С помощью вовлечения вы можете, вот, кстати, вопрос про тонкое эго, с помощью обнаружения этих вовлечений вы сможете выловить тонкое эго. Потому что только тонкое эго вас заставляет вовлекаться. А как вы это технически вылавливаете? Когда вы вовлеклись, если у вас, опять же, мы говорили про эго и тело, если у вас мысли и чувства, вы все одновременно замечаете, то тогда, когда вы вовлеклись, если вы практикуете, если вы на пути, тогда вы обязательно заметите неприятные телесные ощущения. Все, заметили неприятные телесные ощущения, а какое чувство? А там, допустим, скорбь, как вот мы говорили, да, скорбь. А дальше какие мысли? А, допустим, а не должно быть убийств. Вот эта вот борьба с этим, да? Вспомните историю. И кому вы скажете, не должно быть убийств? Да? Ну, потому что вспомнишь историю, каким-то образом пришло воспоминание истории, очень древняя история. Я имею в виду, что вспомните историю. Разве в истории было хоть когда-нибудь время, когда не было убийств? Значит, война всегда на Земле? Она так же, как и мир. Земля — это такой... Мира без войны нет. Она так и есть. И вот это понятие, что мы все вместе там живем. Потому что вот это опять же эволюция, про которую мы говорили. Человек приходит сюда с низменными задачами. Сначала у него на первом плане бытия стоит гнев. Это вот эта агрессия, захват, жадность, алчность. Поэтому войны существуют и будут существовать. Человек должен реализовать этот потенциал, сознание хочет прожить. И мы все это проживали, может быть, если не в этом воплощении, и не так остро, но мы все проживали это. Вы что, не воевали, не дрались, не отстаивали? Все воевали здесь, никто не стал, знаете, сразу таким духовным там или принимающим. Нет, сначала все, каждый поделали-поделали, наделали-наделали, потом заметили страдания и стали как-то думать, а может быть, так не стоит поступать? Вот это выслеживание опять, и чувства, мысли, и страхи опять же, вот эти четыре экзистенциальных страха. Страх смерти, потому что как бы вы думаете, что смерти не должно быть. Почему не должно быть? Теоретически, конечно, нет, а практически все еще продолжается. Теоретически чего не должно? Понятно, что... А, ну, это будет продолжаться до просветления. Вообще, не имеет же значения просветленность или нет. Конечно, все это ничего не значит. Потому что смысла нет. Это тоже такая очень тонкая штука, она ускользает. Вот и просветлен или не просветлен, это для просветленного не имеет значения. А для непросветленного это, наверное, имеет значение. Потому что для непросветленного имеет значение, потому что он страдает. Ты понимаешь, что не имеет значения. Где-то вот тоже проскальзывает, что само вот это желание, оно очень корыстное. Но
это да, это вот то, что мы говорили о том, что само желание просветления является тормозом. Само желание просветления. Но понимание, что ваш путь идет в эту сторону, нужно четко знать инструменты, то есть этапы своей задачи. Вот, допустим, я из своего опыта, вот как было со мной, я понял, что самое важное, что нужно делать, это не стремиться к просветлению, а замечать, как ты борешься с реальностью, что ты не принимаешь и принимать. И тогда это приведет неминуемо к просветлению. Потому что просветление – это сдача. А когда вы через каждую ситуацию в своей жизни находите то, что вы не принимаете, вы постепенно сдаетесь, и у вас в конечном итоге накапливается такая способность сдаться. Потому что мы сидели у Шри Бхагавата, и ребята, которые не могут сдаться, они могут они, потому что там очень большой груз, чтобы сдаться, это нужно столько всего пережить тогда. А я вот так вот в разных ситуациях это переживал, и в конечном итоге получилось так, что в тот самый ответственный момент, когда надо полностью было сдаться, у меня получилось это, потому что как это домино, предыдущие штучки эти упали, то есть они не держали, когда нужно было сдаться, ничего не падает. Они уже были положены, и осталось упасть только последнее. Сдаться. Но иногда мы только это все-таки не слышим, и даже делаем. Не иногда, а в большей чаще степени, всего, да. Поэтому вот нужны ретриты, нужны сатсанги, нужна компания духовных ищущих. Еще же есть страх за людей, которые тебя окружают. Ну, что ты своими действиями можешь как бы ухудшить не только оно свое, там, то есть если тебе все равно, как ты будешь жить, но что ты ухудшишь жизнь этих людей, которые тебя окружают. Вы имеете в виду детей? Детей, жену? Родителей. Родителей. То есть они на тебя какие-то надежды, ну и как видят тебя. Твою жизнь в одной, то если меняешь ее от материально зависимых, от работы там, например, ну вот о том, что. Ну да, говорим. Поэтому видите, семейные узы, конечно, вот духовный путь и семейные узы, это как бы такая двойная нагрузка, потому что у вас путы есть эти. Семейные. Почему узы это не что-то там про свободу. Да. Узы это же узлы. Да, у вас ответственность есть. Поэтому вам, как это, знаете, в Лондоне архитекторы, они перестраивали железнодорожный вокзал, не останавливая расписание поездов. Ну, вам, да, вам кармически... Но вам кармически сложнее, вам больше работать надо, внутренне работать. Потому что вообще-то считается, что если вы освобождаетесь от семейных уз, это подарок судьбы. Но женщина обычно так страдает сильно. А я слышал японку одну, она реализованная. Она говорила, вы знаете, мне повезло. Я не имела каких-то семейных уз. То есть у меня нет ни детей, ни вот этих бойфрендов всяких разных там. Я сидела в центре Токио, в своей квартире и медитировала. И домедитировалась. Ну, то есть, в общем-то, у вас все есть для того, чтобы пройти этот путь вот с теми обстоятельствами, которыми вам предложил сценарист. У вас есть все для этого. Вы созданы специально для такого сценария. Поэтому, знаете, вот опять же, ни в коем случае не надо себя жалеть и думать, что вам досталось самое сложное. По степени розыгрышей мой сценарий и ваш сценарий по степени сложности одинаковые. Просто рокировка разные эти положения. А степень усилий, которые нам нужно применять, она одинакова у всех абсолютно. Просто, если вы посмотрите с другой стороны, что вам на самом деле созданы самые благоприятные условия для того, чтобы вы смогли найти свою тонкую эго. Потому что если бы вы были в монастыре, скорее всего, такие условия, или вот в ашраме жили там, ушли бы, да, то такие условия не активизировали вашу темную сторону. А вот жена, дети, вот этот страх за будущее, вот там, вот это как раз ваша тема. С этим и надо работать. Через это нужно идти, вылавливать. Поэтому все прекрасно с вами. Все как надо, у вас все хорошо.
Можно пригласить вас сюда поближе? Ну, пожалуйста. Молодая пара. Они, допустим, поженились, создали семью. И бросают их. Появились дети. Пусть даже двое, трое, но один. Почему он бросает и кто должен воспитывать его детей? Он свободен. Это вы про кого говорите? А я вообще про... А что, общество наше такое есть? Не, я на такие темы не разговариваю. Потому что, знаете, там... Как это вот? А у меня тоже там ракета есть где-то во дворе. Это демагогия. У вас есть конкретная проблема? Вас бросили или вашу дочь бросили или что? А вы только конкретно? Конечно. А зачем мы будем тратить время на какие-то пространные разговоры? А проблем же много в жизни разных и всех. Нет, вот меня вот и волнует, что вот как бы вот бросают. У меня, правда, ситуация немножко другая. У меня решил отобрать у дочери. Ну, мы воспитываем все вместе. Но у меня вот все-таки вот эта проблема волнует. Я думала, что вы не скажете мне. Ну, значит, тогда что-то не сходится у меня с вашей... Надо проблемой. Свою проблему сказать. А, свою да, проблему Да, потому что вас волнует, потому что у вас есть эта проблема, но вы почему-то ее, знаете, боитесь озвучить, и вы ее так туда увели про всех. Проецируете на все общество. У вас есть... Я думаю, готовы вы говорить про свою проблему? Нет. У меня потому что проблем нет, я их решаю сама. Как могу так делать? Если у вас проблем нет, а что вот же мы тогда мне... будем время тратить на разговор? Раз вы свои проблемы каждого человека, я их знаю. Ну, это вот такие вопросы, которые ну, на самом деле не имеют значения. Вот именно для внутренней работы. Вот. А я всегда... за внутреннюю честность, потому что признаться в своей проблеме, тем более публично, это сложно. Ну, как бы, я понимаю. Но если человек готов, если он это делает, то идет такая большая внутренняя работа. Но часто человек не готов, и, конечно, тогда идет вот такое проецирование, как там, типа, в Африке гибнут дети и тому подобное. Да, то есть, вот, я беру себя, либо всех просто готов обнять, расцеловать, либо... критикую, это не так, то не так, то есть уже грань какая-то вот, либо из крайности в крайность, короче, кидает. А вопрос в чем? Вопрос в чем, а как себя принять тогда? И стоит ли вообще принимать? По любви и нянюшки. Как себя принять? Более конкретную ситуацию нужно. Как потом не сорваться после этого? Себя приняли, потом ситуация опять возвращается, ты опять себя не принял. А, ну вот. Во-во. Вот, наверное, вот это вот точнее, да? Да, вот точнее, да. Потому что как бы. Но это очень созвучно, вот Пуран задавал вопрос, как не обижаться, да, перестать обижаться. Точно так же вот вдруг вы замечаете, что вы себя не принимаете. Как правило, сначала это бессознательно. Ну, то есть рефлекторно. Вы ловите себя на том, что вы себя не принимаете. Что вы делаете? Вот, например, вы что делаете? Гнобите себя как? Ёпарас, это опять подобралось. Ага. Откуда это пришло? Да-да-да-да. И вот, да-да-да. Вот, как только вы заметили, что вы себя не принимаете, то есть вы перешли в осознанную фазу, потому что всегда вначале идет бессознательное неприятие, бессознательная обида, бессознательная жалость к себе, бессознательная вина. Но как только вы перешли в осознанную фазу, как только вы заметили, что вы ну, не принимаете себя, вы просто прекращаете это делать. Вот то, что вы говорите, я не принимаю себя, вот как вы не принимаете себя, вы просто прекращаете это делать. Вот что вы делаете, чтобы не принимать себя? Да. Вот. Значит... по одной собачке отцеплять и принимать ситуацию, что да, такое может быть. Да, потеряла ключ. Ну, раз такое произошло, ну, может быть, мы же все не идеальные. Да, может быть, вот я в прошлом году пошел покупать там этот компьютер и ключ от квартиры куда-то делся. Потерял. Там и от гаража тоже было. Ну, ничего...
проблема-то все равно решается как-то, да? Но я себя точно не, никак не это. Вот, поэтому какая бы там проблема ни случилась, потому что могут быть разные вот эти разводы, причины, почему. Не, ну на эту-то проблему обязательно надо себя погнобить, там, потому что это действительно возмутительно, это недопустимо. Нет, а вот если вы осознали, что, стоп, что я делаю? Потому что вы кому-то лучше делаете, если вы гнобите себя. Никому. Ну, если вы это поняли, значит нужно остановиться. А еще, знаете... Ну, лучше я делаю кому-то, знаете, собеседнику. И он такой большой становится сразу. Так, так, хорошо. Себе. А себе вы как делаете? Себе? Да. Лучше? Мне плохо. Плохо. А еще, смотрите, на уровне физических органов. Просто я врач, и я просто это, эти вопросы очень подробно изучал. А у вас выделяются в этот момент эмоции, когда человек сам себя гнобит. Там же чувство вины, оно в принципе одинаковое, вот эта связка. Вина, жалость, обида, они все, скажем так, очень деструктивные. И вы в этот момент очень сильно вредите своим клеткам, ну то есть органам. И поэтому, а вы костям, кстати, мы же говорили про вас, да. То есть у вас кости начинают там что-то с ними происходить. И голова, да. Поэтому, смотрите, как только вы замечаете, вот так вот уничижаете или что-то делаете, вы вспоминаете, что кому вы это сейчас делаете лучше. Себе вы делаете лучше? Нет. Вы делаете себе только хуже. Сразу останавливаетесь. Стоп, стоп. Перестать это делать. И переводить на одобрение. Вот доброта. По-доброму все-таки отнестись. Помните, вот когда вы были в школе или когда были в детском садике, были же воспитатели, вот вы провинились, а они все равно по-доброму как-то к вам отнеслись. Как хорошо было, да, вот в этот момент. И, но этим воспитателем вы можете быть сами. Вы можете сами к себе по-доброму отнестись. То есть, ну, сказать, ну, ничего страшного, ну, бывает. Вот как эти добрые люди говорят, да? Вот у Гурченко отец очень добрый был, она же его всю жизнь помнила, в общем-то. И вот как-то при каждом интервью она все время на папу ссылалась. И вот она говорила, что когда ее там не снимали 15 лет, и отец, ну а он видел, что она очень переживает, он ей говорит, ну, дочь, что, хорошего человека жизнь пожмет, пожмет, да и отпустит. Да? То есть вот по-доброму как-то сказать себе пару слов, по-доброму к себе отнестись. Но вы правильно сказали, что в очередной момент, в определенной ситуации вы можете снова сорваться там. Бессознательно это. Срывы всегда происходят бессознательно. Это нормально, это естественно. И смотрите, не гнобите себя за то, что вы сорвались. То есть ведь там же еще какая критика начинается. Вот, я же сколько можно уже, я же вот уже понял. Нет, сорвались нормально, это естественно. Просто как только вы осознали, что вы опять относитесь к себе нехорошо, снова прекратите это делать и одобрите себя как-то. И вот это пусть станет вашей такой игрой. Это нужно поделать, ну, какое-то время, потому что все эти паттерны, тенденции очень глубокие. У вас очень глубокая тенденция самоуничижать себя. Поэтому это нужно, знаете, ну, не так вот просто поделать и там. Нет, это может быть полгода, может быть год. Надо прицельно вот это вот выслеживать. Желательно, знаете, еще заводить блокнотики. Потому что если вы записываете, вот ведете типа дневничка какого-то такого, фиксируете, то вам становится видна ну, какая-то динамика. И плюс в уме очень сложно заметить какие-то вещи. Вот когда вы ведете, вы пишете на бумаге, это как бы фиксируется и сразу видно. Вот иногда, когда у вас есть вот этот процесс самоуничижения, вы его можете не замечать долго. Но если вы сядете и напишите в блокнотик, я сейчас чувствую то-то, и у меня мысли такие-то, стоп, о, а что я сейчас делаю? Я уничижаю себя. Стоп, все. Но до тех пор, пока вы не писали, вы этого не понимали. Потому что в голове очень сложно поймать это все. Поэтому я рекомендую, вот все группы, в которых я веду занятия, я всем рекомендую писать дневники, а потом опубликовывать книги.